Дорогие спортсмены, тренеры и любители спорта, я поздравляю вас всех с новым 2021 годом. 2020 год был очень сложным для всех. Два моих ученика, Кирилл и Антон Бородачевы, были близки как никогда к участию в Олимпийских играх 2020 года. Я желаю всем взрослым спортсменам терпения, оптимизма и возобновления всех международных отборочных и официальных стартов, чтоб случилась наконец-то эта Олимпиада на радость всем нам. Ну а юным спортсменам я пожелаю неустанно трудиться, повышать свое мастерство, закаливать свой характер, стремиться к победам, но и одерживать их, прославляя наш родной город Самара на любых стартах. Тренерам я пожелаю, конечно же, здоровья, здоровья и еще раз здоровья, чтобы у всех тренеров был домашний, семейный, крепкий очаг, в который бы все время хотелось бы возвращаться из любой точки нашей России и даже земного шара. И хочу сказать, что спорт – это важно.